А вы любите холодец? Я – да. Я готовлю его не так часто. Предлагаю сделать его вот таким. Он получается нежирным, мясным, из мяса индейки. Делаю я его маленькими порциями. Подаю зерновой горчицей. Просто раз положил в рот на закусочку и готово. Ничего лишнего. Кому интересен рецепт, смотрите мое видео. Приступим. Для холодца я беру ноги индейки. Отделяю мясо от костей. Ставлю варить кости. Добавляю одну морковь, одну луковицу, лавровый лист, перец горошком. Заливаю холодной водой и варю на медленном огне часа полтора-два. Потом процеживаю. Мясо отделяю от костей. Мелко нарезаю. В мясо добавляю мелко нарезанный чеснок 3 зубчика и соль 1 чайную ложку. Нарезанное мясо заливаю бульоном. Немного бульона добавляю, чтобы просто мясо было не густым. Бульон тоже потом солю по вкусу. Беру формочки, пиалки и вот такие маленькие формочки. Сначала наливаю немного бульона, потом накладываю мясо индейки. Сверху тоже немного бульона. Должно быть густо, больше мяса. Ставим в холодильник на ночь. Вот он застыл. Переворачиваем на тарелку и подаем с горчицей или хреном. Мне нравится зерновой. Вкусно? Да. Не жирно. И немного. Приятного аппетита! А из мяса голени можно приготовить другое блюдо. Я это покажу позже. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А сегодня на свидание. До скорых встреч, друзья!